действующих аттракционов у нас 4 у нас стационарных аттракциона и 3 батута. А вот вы сказали, тоже в рамках ваших полномочий входит запуск пляжей, да, и так далее, исследования. То есть, я так понимаю, вы это не своими же силами делаете, исследования все эти? Это из бюджета, нам выдаются деньги, мы проводим аукционы. Ну, то есть, грубо говоря, аукционы эти организовать может напрямую, в принципе, администрация БМР, да, через отдел закупок. Я думаю, что это все достаточно сложно. Да. Почему? Почему? Потому что, в общем-то, я думаю, что...